глаза и узрите истину. Или закройте их навсегда. А вот и конструктор. Он пробудит стража. Мы ударим по Санаю. Так, доложим Палмера. Спартанцы, конструктор работает, как мы и планировали, но ему понадобится время. Вас искала Паула. Подготовьте оружие. Ваша задача — поддержка с воздуха. Все готово. Начнем, когда... Капитан, задание выполнено. Доктор Хелси получила конструктора. Вы молодцы, Осирис. Как только Хелси закончит с конструктором, силы арбитра выдвинутся на Саная, и я смогу увести ее. Осирис, посмотрите-ка на это. Я использую это сооружение, чтобы загрузить записи с меридианов конструктора. Будьте готовы выступать по моему сигналу. Ждем сигнала, доктор. Устраивайтесь поудобнее. Могу пройти чуть... Беру свои слова назад. Он идет к Санайону. Он движется к стражу. Арбитр, пора! Санхелиус будет свободен! Вы знаете, как я создала спартанцев. Все ради блага. Доктор, нет времени. Картана создана из матрицы моего разума. Домен дает ей невероятную силу. Понятно. Спартанец Лок! Остановите ее! Умоляю. Верните Джона домой. Осирис, строится. Все готовы? Минутку. Танако, есть просьба. Скажи пару слов. Многое пройдено. Еще многое впереди. Давайте прыгнем так, как следует. И разделаемся с болванами. 90 секунд до высадки. И пусть Бак всех угостит, когда мы вернемся. Если выживем, скуплю весь бар. Отряд Осирис. Зеленый свет. Вот они. Очи Санхелиуса. За мной. Наша цель — зенитное орудие. Очистить посадочный зон. За Санхелиус. За Санхелиус. Это первая зенитная установка. Уничтожьте ее. Ищи Санхелиуса. Убить! Чисто! Уничтожить противовоздушную оборону. Цельтесь в саму пушку или в источник питания. Спартанцы, страж на дальнем конце города. Мы уничтожим все зенитки по пути. Удачи, спартанцы. И вам, орбит. Мечи Санхелиуса! Сегодня Санайон падет! А с ним и весь Ковенант! Ко мне, братья! Спартанцы, вам еще предстоит путь до стража. Вперед! Враги атакуют! Дверь! Там противник! Я рекламирую! Как понять, что наш план сработал и конструктор сделал свое дело? Страж начнет двигаться. И мы должны быть рядом, чтобы запрыгнуть на борт.
Мечи Санхируса! Все корабли, прием! Хаос на позиции! Натиск на позиции! Революция на позиции! Замечена зенитная установка! Уничтожьте ее! Дайте мечам Санхелиоса шанс! Всем кораблям! Сосредоточить огонь на воздушных силах Ковенанта! Убрать их на дно! Приближается флот Арбитра! Надо уничтожить зенитки! Осирис, новая цель! Я понял! Эй, осторожнее, лоб! Мимо от тебя, привет! Пушка отключена! Спартанец лох мечам Санхелиуса. Все зенитки уничтожены. Принято, высылаем воздушную поддержку. Двигаемся дальше, у нас много дел. Десантные капсулы! Здесь еще зенитки! Вывести их из строя! Бить по этой цели! Иду. Пушка уничтожена! Мы уничтожили еще одну пушку мечи Санхелиоса. Принято, спартанец! Всем кораблям! Спартанцы расчистили для нас небо! Вперед! Пусть враг почувствует вашу ярость! Конструктор нашел путь в этом хаосе? Если нет, кому-то придется быстро придумать запасной вариант. Доктор Хелси сказала, что план сработает. Я ей верю. Тут три пушки! Кончайте с ними скорее! Транспорт ждать не будет! Уничтожить цель! Минус пушка! Хорошо, еще две! Мои мозги!
Главная цель! Сейчас только уложу этого вонючего элита! Вывести пушки из строя! Бейте по ним или найдите источники питания! Ясно! Их атаки очень слабые! Граната! Осталась одна! Новая цель! Ты босс! Поняла! Где источник энергии последней пушки? Здание за щитом! Последняя пушка готова! Отлично, спартанцы! Пушки на нашей позиции выведены из строя. Мои войска прибудут и займут вашу позицию. Выдвигайтесь к стражу. Вы должны вовремя добраться до мастера Чифа. Понял, арбитр. Осирис, зачистим эту территорию для высадки отрядов арбитра. Спартанец Лок, прием. Хи, рад слышать. ПВО противника все еще защищает небо между вами и стражем. Я не смогу доставить вас туда, их слишком много. Найдите другой путь. Рядом с вами расположен проход в подземный город под Санаином. Вот через него вы сможете попасть прямиком к стражу. Спасибо, Махи. Осирис, Махи говорит, есть путь вниз. Найдите его. Давайте все на лифт. Удачи внизу, спартанцы. Арбитр, наша цель — подземный город. Имейте в виду, перед прыжком в гиперпространство страж запустит серию ударных волн. Если убрать корабли с дороги, весь урон достанется Ковенанту. Победа и честь не прорастают из робости, спартанец Лок. Вы пожнете богатый урожай. Когда снова увидите Чифа, передайте ему привет. Обязательно, сэр. Никогда не слышала, чтобы Сангхейли так говорил с человеком. Постараюсь об этом не думать. Махи говорит, что прямой путь к стражу лежит через подземный город. Но с нами не будет мечей Сангхейлиуса, чтобы отвлечь врагов. Неважно. Скорее бы добраться до стража. Неважно. Скорее бы добраться до стража. Thank you.
Страж все еще далеко. Скорей! Страж вот-вот проснется. Пошевеливаемся, Осирис. Охотники, все. Конец пути. Пора возвращаться. Надо торопиться. Мы совсем близко. Двери открываются. Давайте все на лифт. Арбитр, это спартанец Лок. Слышите меня? Спартанец Лок. Рядом со стражем убивают всех. Арбитр! Это плохо. Мы уже должны быть недалеко от стража. А если помочь арбитру? Постараемся. Но страж важнее. Добраться до мастера Чифа – приоритетная задача. Thank you.
Спустили все веселье. Помогите! Помогите! Блин! Страж поет! Сколько у нас времени? Недостаточно. Бегом, Осирис! Он там, в океане! Страж поднимается! Арбитр! Страж! Страж недолго лететь без нас! Быстрее, Осирис! Бегом! Бегом! Смотри под ноги! Арбитр! Вот там же. Армидейцы близко! Мы почти у стража. Теперь нас не остановить. Расчистим путь, пока страж не улетел. От пули не уйдет. Подождем, Осирис! Мы почти у стража! Впереди взрыв! Страж может улететь в любой момент! Главное, что страж пока здесь. У нас еще есть время. Времени на обсуждение. Уничтожьте его, Осирис! Убить их! Эта потеря ничего не значит! Стреляй по надзирателю! Поняла, Лоб! Открывай огонь! Никчем! Мы должны попасть на ту штуку! Сначала покончим с надзирателем! Огонь, Осирис!
никчемная броня! Да, иди ближе! Гасим свет Ковенанта! Навсегда!